24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць, я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно, тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Від сьогодні у Music Cures я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день. День початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаємося! Слава Україні! Привіт, це Леша Дурнєв. І 24 февраля я встретил у себя дома в микрорайоне Минский массив, город Киев. Я проснулся от того, что что-то хлопнуло в окна. Я подумал сквозь сон, что это ветер. Сильно, у меня 17 этаж, я подумал, там часто сильный ветер. Я подумал, что ветер ударил в окно. Потом я услышал, как сосед заорал: «Сука, пидор, напал!» И тогда я понял, что случилось, что это не ветер. Потом я услышал еще один взрыв и точно понял, что это не ветер и что это не один взрыв, это уже два взрыва, и что надо бы, наверное, вставать. Забавно еще, что я сам советовал людям собрать тревожный чемоданчик, но сам при этом не собрал. У меня, я живу по расписанию в календаре, и у меня в этом календаре в этот день первое дело в 8:30 или в 9 утра стояло собрать чемоданчик. Я подумал, что я утром соберу. И вот это 6 утра, темно. Я взрывы эти, я вообще не понимаю, что делать. Я супер дезориентирован, и я перемещаюсь по квартире на полусогнутых. Вот есть в играх компьютерных, ты можешь прямо идти, можешь ползти, а можешь типа в таком полусогнутом состоянии. Как будто вроде и быстрее, чем ползешь, и при этом меньше тебя видят. Вот так вот я по квартире перемещался, задавая самые стандартные вопросы сам себе. А где паспорт? А где деньги? А где зарядка на телефон? И это все лежало, как и всегда, на тех же местах, но почему-то я не находил этого и злился, и тут снова взрыв. Я сажусь в ванну, жду чего-то, не понимаю. Короче, вот такое было утро. Наверное, параллельно я звоню родителям очень рано. Они спят, не берут трубку. Они живут от меня полчаса езды в пригороде. И я в итоге дозваниваюсь и говорю: «Мама, началась война». И, короче, я поехал к ним. Я думал, что я быстро доеду, потому что полчаса обычно ехать. Я ехал 3 часа, встал в пробку, которая не ехала вообще. В итоге там как-то через какие-то поля, леса, второстепенные дороги удалось из этой пробки выехать. В общем, я был у них через часа 4 после этого звонка.